вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети, Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков на линии. Сделайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Годьяк 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону.
готовы помочь. Ракета выпущена. Вернулись на боевое дежурство. Укажите координаты. Никак нет. Ожидайте. Возвращаюсь в район патрулирования. Готовы к боевому заходу. Передайте координаты. Ракета вышла. Хорошая стрельба. Настоящий мужик. Отлично, Марлоу. Воздух теперь наш. Продолжаем движение. Так, все чисто. Отличная работа, Браво-2. Найдем вашего русского.
вернулись и готовы помочь. Подсветите цель. Это Ми-5. Подтверждаю цели. Кодиак-1. Мы продвигаемся. Хорошо, но недостаточно. Нужно все разнести, чтобы стало как на Луне. Вернулись на боевое дежурство. Это Миге. Подтверждаю. Держитесь. Заходу. Передайте. Это в Ми-5. Подтверждаю цели. Нас прием. Готово. Готово. Можно и по пивку. Отличная работа, Браво-2. Вам, ребята, у нас всегда рады. Бухло за нами. Принято, Кадьяк-1. Потом угостите. Так, спешится. Пойдем в город пешком. Точно не он. Подвинься, хоть дай глянуть. Ты прав.
Это не он. Интересный у чувака багаж. Спутниковый телефон, куча карточек, полтинник с зеленью, но это не самое веселое. Он якобы знает, где сейчас Кириленко, и скажет, если отпустит. Ладно, погоди немного. Эй, а поточнее? 10 секунд. Ха. 5, 5, 4, 3. Есть! Черт. Так, собрались. Итак, мы знаем, где Кириленко. Морпехи, ваши хаммеры и пулеметы нам пригодятся. Все к вашим услугам, сэр. Что вы сказали пленному, сержант? Ничего. Объяснил, зачем мы здесь. Он взял и все выложил? Да. У него семья в Хьюстоне. Техасец. В конце концов, и враги тоже люди. Погоним. Непонятно, чего ждать у моста, так что смотреть в оба. Вся эта беготня по делам хрен знает, каким боком вылезет. Понял вас, кинжал один. Ко всему готовы. Возьмем этого говнюка и домой. Браво 2, мы подходим к мосту. Смотрите в оба. Принято, наблюдаем. Так, Марло, за пулемет! Если кто двинется, стреляй! На дороге гравий, могут быть мины. Идем медленно, рисковать нельзя. Через реку прет до хрена террористов. Давай, пошли, пошли! Шевели, шопли, шевели! Да, заходим! Черт! Чтоб меня чуть не расхреначило! Раскидайте это дерьмо и вытащите нас! Тут будет жарко. Гребаная 4 июля, ура! Все, поехали, парни. Окей. Смотри, чтобы с оружием было все пучком. Проверь боезапас. И не зевай. Сопротивление ожидаем. Разведка не дала данных. Они там озабочены побережьем, до нас им дела нет. Но если запахнет паленым, у нас есть поддержка с воздуха.
все, черт вас дери, никого нет? Черт! Нас засекли, а там Шилка на холме. Береги! Охрана вызывает «Браво-2». Южное командование планирует накрыть артиллерийским огнем местность, где сейчас Кириленко. Я пытался переубедить, но у них другие приоритеты. Тормознул их, как смог. Давайте туда и остановите Кириленко. Береговая охрана, это «Браво-2», вас понял. Вы слышали? Вперед! Мы идем под снаряды, а денек сегодня длинный, засада на засаде. Можно хотя бы вежливо попросить? Хорош ныть, свиц! Не стоило столько корячиться, чтобы меня здесь грохнуло! Двигаем! Шевелись! Времени уже нет!
Ясно. Вам приказано взять меня живым. Да. Спасибо. Стреляйся, дернется. Не надоело вам? Прошу прощения. Ты сказал, стреляй, если дернется, но он не выстрелит. Вы должны осознать сложившееся положение. Сложилось так, что стволы сейчас у нас. Сержант, это список груза с корабля Сангра дель Торо. Кто вас прислал? Выдвигаться нужно сейчас, а не потом. Наверняка Эгуайр. Он умный противник, признаюсь. Ловко вы меня захватили. Сержант! Противник. Он неплохо действовал до этого момента. И вы тоже, надо сказать. Ядрить твой корень, дикий недобитый! Призрак с вами, хрен с врагами!